Накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России были доставлены на реку Арабу-Риктай в Бурятии. В течение 2 дней они на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Утром на реке Снежной в районе горы Шапка-Мономаха нашли тело утонувшей туристки. Поисковые работы завершены. Напомню, что 6 июля в Кабанском районе при сплаве опрокинулись 4 катамарана, из-за чего в воде оказались 8 человек. 7 из них были найдены живыми. Перейдем к происшествиям на дорогах. На проспекте 50-летия Октября столкнулись «Тойота» и «Жигули». По словам аварийных комиссаров, девушка за рулем «Алеона», поворачивая налево, не убедилась в безопасности маневра, из-за чего и въехала в отечественный автомобиль. Пострадавших нет. На улице Ключевская дорогу не поделили «Ауди» и трамвай. По словам очевидцев, водитель авто не убедился в безопасности маневра и столкнулся с общественным транспортом. В ДТП никто не пострадал. Не обошлось без ДТП и на улице Бабушкина. Здесь водитель за рулем Honda Fit, перестраиваясь со второй полосы в первую, не заметил Fiat Ducato, ехавший по первой полосе. Как итог, столкновение, испорченные нервы и ремонт автомобилей. Андрей Слепнев, новости дня.